Ну, я бы не сказал, что не очень тяжелый, просто, наверное, так сложились обстоятельства, забили один, второй, третий в первом тайме очень хорошо играли, я считаю, я вообще стоял, получал удовольствие от игры. Во втором тайме еще один забили, 4-0, нормальный результат. Не говорили в раздевалке о том, что перед игрой, что вот такой нужен, должен быть блицкрик, в общем-то? Да нет, не говорили, просто готовились на хорошую игру, на добиться положительного результата. Сейчас, в общем-то, не будет какой-то самоуспокоенности перед ответной игрой? После 4-0 настраиваться, не знаю, как даже когда такие большие профессионалы, как вы. Да я не думаю, просто и до жеребьевки некоторые говорили, что нам повезло, но не расслабились и хорошо сыграли. Я думаю, что Мирон Владимирович найдет нужные слова и настроит, наверное. Один вопрос. Спасибо, с победой.